Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, почему не запускается Skype на компьютере. Или почему не открывается Skype на компьютере. Вот мы его пытаемся запустить, ничего с этого не происходит. И что бы мы ни делали, бесполезно. Необходимо удалить старый Skype и поставить новый. Как его проще удалить? Сперва мы должны знать путь к данной программе. Запускаю проводник, в данном случае я Total Commander, DC, Microsoft, Skype. Опускаемся ниже. Здесь находим вот такой небольшой файлик online.exe. Запускаем его. Вы действительно хотите удалить Skype и все компоненты программы? Да. Нажимаем. Идет удаление. Программа Skype была полностью удалена с вашего компьютера. Неужели так быстро она удалена? Давайте мы убедимся в этом. Закрываю пока этот проводник. Запускаю мой компьютер. Открываю DC. Здесь в поиске прописываем Skype. Мне уже прописано. И сейчас посмотрим, какие результаты выдаст нам поиск. Как видим, еще много здесь есть оставшихся хвостов. Здесь нажимаем в левом верхнем углу «Правка». «Выделить все». Правой клавишей мыши щелкаем «Удалить». Да, делаем обновление. И как видим, объекты, удовлетворяющие критериям поиска, не найдены. Закрываем. И теперь запускаем браузер. В строке поиска прописываем Skype официальный сайт «Найти». И здесь ищем, где написано «Скачать Skype». Skype.com. Нажимаем. И здесь выбираем ту необходимую ссылку, куда мы будем устанавливать Skype. В данном случае выбираю Skype для компьютера. Скачать. Все, идет загрузка. И потом по-новому устанавливаем. И у нас исправно будет работать Skype. Скачали Skype. И теперь его необходимо установить. Поехали. Войти или создать. Здесь вводим свои данные. Нажимаем далее. Здесь вводим свой пароль. Подтвердить и так далее. Сами все проверяем. Проверка звука. И делаем дальнейшую настройку Skype. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.